Вечером во вторник орловские пожарные выехали по тревоге. Загорелся расселенный двухэтажный дом на улице Полесской. К моменту прибытия дежурных расчетов наблюдали сильное задымление и пламя из окон. Созданное звено ГДЗС обнаружило в ходе разведки на втором этаже женщину, которая была передана медикам. От огня пострадали лестничные марши и двери нескольких квартир. По словам спасенной, виной всему бомжи, частенько залезающие в этот дом. Однако истинные причины предстоит установить дознавателям. По факту пожара проводится проверка, размер ущерба устанавливается.